Республика Татарстан, наша столица, приветствует вас. Мы искренне рады видеть вас в очередной раз здесь. Наша премьера, то есть мы впервые выставляем свой прототип продукта публично на этой выставке. Это наш электромобиль-гаджет, который сочетает в себе две составляющих. Во-первых, это действительно российская автомобильная инновационная платформа, которая сочетает в себе большое количество очень современных технологий, как высоковольтные системы, аккумуляторная батарея, электропривод, современную рулевую систему steer-by-wire, современную электронику. Вторая составляющая этого автомобиля – это программное обеспечение. Мы совместно с лабораторией Касперского создаем киберзащищенную, но при этом открытую архитектуру программного обеспечения, которая позволяет внешним разработчикам создавать приложения на борт автомобиля. Атом во многих аспектах будет соответствовать действительно сильному уровню Tesla. Например, в 2025 году мы выходим на серийное производство и серийные продажи. Мне кажется, что это идеальное мероприятие для старта, публичного старта нашего электромобиля. Большое количество гостей, большое количество потенциальных партнеров. Я бы сказала, это даже не костюмы, а это наша ежедневная одежда. У нас в Сенегале по практике большинство мы просто покупаем материал и идем к портному. Мы надеемся начинать развивать отношения между Татарстаном и Сенегалом по поводу промышленности, потому что у вас очень много есть товаров и продуктов, которые у нас нет, и которые бы хорошо бы проходили, как, например, все ваши халальные шаркутерии, сыры, как вы делаете консервы и так далее. У нас очень много есть развитые рукодельные искусства, которые мы могли бы привести. Я знаю, что в Татарстане очень продвигают все, что сделано с руками. Мы представляем сегодня стенд «Игры будущего». «Игры будущего» — это уникальное мероприятие, которое пройдет в первый раз в истории в городе Казани в 2024 году. Спортсмены со всего мира показывают свои навыки как в классическом спорте, так и в киберспорте. Мы очень гордимся тем, что Казань стала принимающим городом, хотя и Москва, и Санкт-Петербург боролись за то, чтобы «Игры будущего» проходили именно там. Мы занимаемся генетикой и селекцией пчелы. Ту пчелу, которую вы видите, это исконная популяция у нас в России, называется порода среднерусская. И мы на основе генетического анализа занимаемся воссозданием популяции, воссозданием бортничества у нас в Республике Башкортостан. И на основе этого мы разрабатываем как раз сейчас методики, стандарты отпуска пчеловодства для получения эко-медов. И это очень отличная возможность для наших пчеловодов с качественной продукцией, с пониманием, что такое халяль, какая она должна быть. Это выход на новые экспортные рынки. Наша продукция, она необычная. Это необычные подарки, это необычные камни. Если говорить о том, что мы используем из Мордовии, это уникальный мореный дуб. Его цвет Royal Black – это очень-очень редкий цвет. И то количество, которое добывается, это всего лишь 0,2% от общего объема добычи мореного дуба. Вот этому корню 2000 лет. Сегодня моя тема звучит так – путь к успеху. Но вообще успех, он для каждого свой, поэтому поговорим об успехе. Я расскажу о своем личном опыте, как я пришла в бизнес, как я пришла в миссию вселенной. Видите, какое здесь настроение, цвета, вайб, это потрясающе, это очень красиво. Вы знаете, в бизнесе 25 лет, и я всегда, как лучший директор IT-парка и венчурный инвестор, была приглашенным спикером на мероприятие про бизнес, цифры, инвестиции, деньги, стратегии и так далее. И сегодня я приглашена сюда, чтобы рассказать девочкам об энергии, о состоянии, о том, как важно исполнять свой ресурс. Потому что делать большие достижения, мы с вами знаем, что можно на насилие, можно на любви. Я безумно люблю Татарстан, я бесконечный фанат и поклонник, поэтому я могу сказать только хорошее. Все изумительно, все красиво, все прекрасно, Татарстан лучше. И желаю большого количества мероприятий с такими площадками, достойных международных для проведения именно в Татарстане и в Казани.